Сегодня в России отмечается государственный праздник – День Конституции. По традиции, представители органов власти проводят общероссийский день приема граждан. И хотя прием начался ровно в полдень, чебоксарцы заранее пришли в столичную администрацию. У каждого свой вопрос. Ответы давали и глава администрации Алексей Ладыков, и заместитель по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов, и исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Павел Порфирьев. Проблемы, с которыми обращались горожане, однотипны. Организация автопарковок, платных и бесплатных, плохая работа жилищно-коммунального комплекса, предоставление земельных участков, качественное оказание медицинской помощи, переселение из аварийного жилья. Кстати, по этой теме было больше всего вопросов. Мы вам предлагаем площадь не меньшую той, которую вы занимали. То есть требования законодательства мы выполняем. Предоставить вам две или три квартиры мы не сможем. Некоторые вопросы обсуждались и в режиме видеосвязи с кабинетом министров Чувашии, а также с фондом обязательного медицинского страхования. Общение онлайн помогало сторонам быстрее решить тот или иной вопрос. Многие проблемы разрешили сразу в ходе приема. Некоторые потребуют детального рассмотрения. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.